Здравствуйте, Валерий Константинович. У меня вопрос. Весной планирую пересадку привитых саженцев из школки на постоянное место. Буду обрезать по вашему совету. Могу ли я использовать среднюю часть, срезанную часть, как черенок для последующей прививки? Вот. Если могу, то могу ли я использовать срезанную часть, как черенок для последующей прививки? Если могу, то в какое время срезать этот черенок? В ноябре, декабре или при пересадке? Вопрос в принципе. Любая заготовка черенков, есть два варианта. В начале зимы, можно и в середине зимы, можно и весной. Если вы были бы уверены, вы, я, что где-то срезав еще до распускания почек, весной взял, срезал, а она живая, а вдруг она мертвая, а вдруг она подмерзла, а вдруг она с виду нормальная, а почки подмерзли, а вы еще не знаете. Год потерян. Вот. Поэтому рекомендуется для массовой прививки, само собой, это в начале, после первых морозов, если коротко, все это будем изучать потом. 10-15 градусов мороз, потом дерево спит, режьте. Вот. И если вы умеете хранить, можете их сгноить, можете их засушить в погребе, в холодильнике, еще где-то. Вот. И весной остаться без черенков. И также, дождавшись весны, вы можете остаться без черенков, если они подмерзли. Можете 50-50. Часть весной, часть осенью. Вот. Но не дает полной гарантии. Я делаю это в середине, в конце ноября. Бывала теплая осень, то есть начало зимы. Деревья вроде спят, но 5, 0, 10. Жду настоящих морозов. Что такое настоящий мороз? Это значит полное, как ее назвать-то, полное засыпание, полная дезинфекция. Вот тогда и резать надо. Так, до следующего. А, у вас же как, из школки? Да, давайте так, мы чуть ниже успеваем, нет, в следующий раз. Все тот же. Итак, первое, помните, я повторяюсь, следующий, предыдущий вебинар. Первая гряда, на нем растут. Вы же говорите, что с культурных срезать для прививки. Первая гряда подвойная, более морозостойкие, но поскромнее сорта. Вторая гряда культурная, культурнейшие, вплоть до роскошных. Вот, выживут ли они без, как они, собственно, мы не знаем. Срезаете, и срезаете капитально, оставляя внизу всего 5-7-8 почек. Для будущей прививки лучше, чем ветка отрезана ниже, тем эта ветка полноценнее. Это одни из моих постулатов. Ну все, я вроде объяснил, так? А подробнее...